Так. Хвастаемся этим. Будем работать. Хорошие дровишки. Елка, она такая тягучая. Тягучая. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Елка, березка. Ну, главное, чтобы тепло было. Да. Жар надает. Надо подумать, Семенович, да. Как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли. Замерзли? Да, ну это ж наши соседи. Да, может, одумаются.